У него тоже известный волк. А Хотел сперва поблагодарить президента футбольного клуба Стеклова, Шурофа Саидова, за это организованный, который этот матч. Понятно, хорошо, что есть такие люди, которые хотят поднять наш столичный футбол. Поэтому от себя, от команд благодарю. А так приглашаю всех на завтрашний матч. И надеюсь, что болельщиков будет много, так же, как с вами. В нападении у Стеклова будет играть твой брат. Будет ли как бы этот? Да уже, как говорится, не первый раз я играю против него. Так-то взять мы в одной команде никогда не были, всегда против друг друга. Есть кого по ногам бить, так что.